Шаурму. Шаурму, конечно. А как же, вот уже скоро подготовка к лету, уже весна началась. 3 месяца еще. Что будешь предпринимать? Яблоки кушать 3 месяца. Пока пожрем, правильно? Конечно. А мы вот волнуемся, у вас есть написано книжка или что-то такое? Что? Книжка, сама книжка такое, что кого? У вас. Ну как, в каждом заведении подобного типа должно быть такое. Нет, я же город. Это просто он вышел, попросил поставить. В общем, продавец хам, которых еще поискать надо, честно говоря. Начал говорить нам о возрастных ограничениях. Мол, покажите паспорт. На самом деле, такое не распространяется на еду, то есть еду в таких заведениях можно покупать людям любого возраста, нету ограничений на, если вам 16-18, чтобы купить себе еды. Итак, я попробовал розовую шаурму для красивой гламурной жизни, что я могу сказать, это полный отстой, на вид она просто ужасная, вот, структура отвратительная, как будто завернули рагу. Лаваш, который развалился сразу же. Подлива все вытекла. В общем, капец. Не соответствует своему пафосному названию и виду. В общем, полный отстой. А как часто ты кушаешь шаурму? На обед, завтрак и ужин. А как она соответствует твоему такому здоровому образу жизни, спорту? Ты же лазишь по крышам. Я трачу много калорий, и поэтому много зарабатываю калорий на шаурме. Так тут дело не в калориях, а в качестве продукции. Ну так она вкусная, полезная. Это углеводы, белки, жиры, витамины. А как вообще, ну там с этими, с властями нормально? Или такое? Нет, документы надо, все документы иметь. А ну, это такое, ну, такая стопка. Не прессуют? А? Не прессуют? Если документы все есть. Ну, сами знаете, как у нас бывает. Ну да, нет, у нас, дело в том, что у нас все документы, все, и как бы нам нечего бояться, мы просто, мы работаем и все. Вот эта шаурма, вот это реально круто, ребятуля, серьезно, то есть вот эта точка, тут все сбалансировано, морковочка, капусточка, лавашик, поджаренный. Как будто борщ, да, почти борщ? Почти, почти, но не настолько хорош, как мамкин борщ. Я просто хотела показать, борщ. Как я что-то знаю, ничего не знаю. Ну-ну. Но ты ведь не умеешь полить, да, борщ, да. Ладно. Лавашик поджаренный, но не пережаренный, понимаете, это очень важно. И курочка, курочка, она спасибо, не разваренная. Просто отличная шаурма. 5 из 5. Ну, мне кажется, что эта шаурма очень плохая. Но так как там нету соуса, она очень сухая, твердая, какая-то непонятная. Поэтому такое мое мнение, то, что она не очень хорошая. Сама по себе шаурма неплохая, довольно плотно скручена, но минус в том, что она суховата, не хватает соуса. Какая твоя любимая точка шаурмы? Вообще Став была и возле Мулен Ружа. Как раз после клуба вышел и перекусил сразу. Как это влияет? Это вообще на твое здоровье? С кем ты обычно употребляешь этот продукт? Я не употребляю. Что за... Я в очках просто потому, что солнце. Обычно употребляю сам. Это слишком личная тема. Это немножко романтично, да? Немножко романтично, да, только я и шаурма. Скажите, а с курицей вообще делается? Да. А можно посмотреть какую-то книжку санитарную или что-то? Или как качество сертификат? Можно посмотреть? У меня нет. У нас документы здесь не хранятся в киоске. Ну, странно, что сделается хранится. Хранятся у директора. Ну что, взял вот в этом вот месте шаурму с большой синей надписью. Сертификат она мне не дала, аргументировала тем, что
сертификаты у директора, они у них не хранятся. Поэтому, собственно, мясо и все, что в этой шаурме, на честном слове. Настолько была неразговорчивая, как-то, ну, по крайней мере, быстро и оперативно работает. На этом, наверное, все. Соус, кстати говоря, очень жидкий, он все пальцы у меня уже в этом соусе, видим, разбавляет водой, ну, или маслом просто, не знаю. Блин, взял эту шаурму, в натуре борщ какой-то. Кстати, она жидковата какая-то, и по вкусу, и по виду очень больше лаваша напоминает. Поэтому, ну, такой. Ну, как тебе? По сравнению с другими шаурмами? Шаурмами. Шаурмами. Или шаурмами. Может, шаурмами. Скажу, что... Я был сыт, но когда я попробовал эту шаурму, мне проснулся голод. Так что Дамаску мы ставим, наверное, 6 из 5. Очень вкусно? Да, сытно, натурально, свежо, да. Ну, за целый день мы попробовали очень много, и могу подвести итоги, что есть много мест, и они очень отличаются, то есть везде разное. И могу сказать, что вот одно из последних, в принципе, хорошее. Мне понравилось. Ну, а теперь сделаем, сами попробуем в домашних условиях. Мы отварили курочку. Берем лаваш, смазываем его кетчупом. Добавляем огурчик, помидорчик, сырок и микроволновку. Та-дам! Намного вкуснее. Наш момент с хамлом, продавцом, с волосом в шаурме, все приводит к чему? Потому что выбор Гончар ТВ, вот он, домашний.